Централизованное тестирование в резервные дни стартовало сегодня в 11 часов. Испытания проходят 927 человек. Те, кто по уважительной причине не зарегистрировались в основной период. При этом комиссия рассматривала каждый случай индивидуально. Абитуриентам рекомендуется приходить заранее, не позднее, чем за полчаса до начала. На масштабном фестивале в Итоке в Бобруйске 17 июля развернется огромная зрелищная площадка МЧС Ленд. Спасатели продемонстрируют силу и выносливость, выполнив множество силовых упражнений в полной экипировке. А юные сотрудники познакомят с элементами пожарного спорта. Самых смелых на празднике ждет квест. Пройдя все испытания, можно обменять достижения на подарок. Причем место выдачи призов необычное – настоящий вертолет. В 64 населенных пунктах Беларуси из-за непогоды нарушалось электроснабжение. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. Из-за грозового фронта с порывами ветра до 19 метров в секунду повреждены кровли одного сельскохозяйственного здания и трех жилых домов. Зафиксированы 8 случаев падения деревьев на проезжие части и частные подворья. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. Славянский базар стартует в Витебске. Важнейший момент – открытие на здании Центра культуры памятной доски основателю фестиваля Родиону Басу. Концертная программа начнется с выступления хора турецкого. Чуть позже в летнем амфитеатре пройдет симфоническая рок-феерия. С концертом-поздравлением выступит Григорий Лепс. Финальный аккорд первого дня – церемония поднятия флага. Температурный рекорд был побит вчера в Могилеве. Синоптики зафиксировали плюс 35,5 градуса по Цельсию. Предыдущий 35,4 выше нуля отмечен в июле 1936-го. А вот месячный пока устоял. В том же году в Лельщицах и Гомеле было зарегистрировано 37,9 градуса жары. В целом по стране за вчерашний день климатическая норма была превышена на 5-9 пунктов.